Самый тупой способ скамов Stand of 2. С тебя лайк плюс подписка. Братан, реально, го, все вместе подпишемся. Я хочу добить 100 тысяч подписчиков до начала лета. Помоги мне осуществить мою мечту. Несколько месяцев назад какие-то скамеры придумали новый способ скама, на который до сих пор ведутся многие люди. В чем же заключается данный способ? Вы выставляете какой-либо дорогой скин или нож на рынок, и этот скамер видит, как вы что-то выставили, и пишет вам wallet по типу «Я разработчик, и я должен проверить твой аккаунт» и тому подобное. Он говорит, что никакие логины и пароли от аккаунта не нужны. И это реально так. Так каким же образом они скамят? Они требуют скачать программу под названием «Пакет Capture», после чего выпрашивают токен от вашего аккаунта. Токен — это, если что, такая штука, с помощью которого можно зайти на ваш аккаунт без логина и пароля, и без двухфакторных аутентификаций. После чего он просто заходит на аккаунт и сливает все ваши скины. Способ на тот момент казался очень даже умным. Но сейчас разработчики специально для таких мамонтов добавили табличку сверху сообщение, что нет никаких разработчиков, которые будут писать вам и выпрашивать о чем-то. Я никак не пойму, как люди до сих пор ведутся на это.